Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители моего канала. Хочу представить вашему вниманию еще один рецепт сала, которое я люблю делать. У меня на канале несколько рецептов по приготовлению сала. Кого интересует, ссылочки будут в описании под видео. А этот рецепт, чем мне нравится, тем, что я сало делаю очень острым. Не все его любят, поэтому я делаю в основном для себя вот 4 таких кусочка. Здесь где-то примерно килограмм сала. Для этого мне понадобится сало, черный перец, паприка острая, такая чили очень острая, и паприка сладкая, и также побольше чеснока. Для сала беру такую вот посуду, предварительно померив, чтобы сюда все поместилось. Сначала укладываю 2 кусочка и начинаю просыпать хорошенько приправами. Специи я не жалею, потому что очень люблю острое сало, особенно классно его есть на рыбалке, где-нибудь в турпоходах, этого остренького. Даже открою крышку, чтобы получше его просыпать. Берем черный перец и также добавляем его побольше. Для чеснока берем вот такую вот чеснокодавку и очень-очень хорошо чеснок перемалываем, чтобы аж сок с него выступил и получилась такая хорошая кашица. Примерно так вот. После того, как повыдавливали чеснок, берем наши брусочки сала и хорошо натираем данными приправами. Не жалея. Хорошо натер каждый кусочек. И перед тем, как укладывать в посуду, добавлю немножко соли, совсем немного, так как у меня сало уже заранее просолено, подготовлено. И вот я немножко досаливаю. Буквально чуть меньше столовой ложки соли добавил. И теперь закрываю крышкой, убираю сало в холодильник. Ровно на сутки. Если же у вас сало свежее, не просоленное, тогда хорошо просаливайте его и убирайте в сутки не менее чем на 3 суток. Я люблю заранее сало просаливать, а уже потом делать разные с него, как говорится, вкусы. На этом, друзья, видео заканчиваю. Рекомендую свое сало вам попробовать. Обязательно попробуйте, и я надеюсь, оно вам очень понравится. Всех благ вам и вашим близким, друзья!